Татьяна Александровна Драханова живет в поселке Удельное Раменского городского округа. Попала в больницу с COVID-19. Спустя несколько дней она почувствовала боль в левой руке с подозрением на тромбоз. Ее привезли в РКБ. Тромбозы при коронавирусной инфекции – это как одно из характерных осложнений для коронавирусной инфекции. Вот, тромбозы у нас бывают везде – и в артериях и венах конечностей, в сосудах кишечника, сосудах мозга, сосудах сердца, почек. Видновская районная клиническая больница работает не только как ковидный госпиталь. Врачи делают здесь экстренные операции. После обследования пациентки диагноз подтвердился. Меня привезли сюда. Только я приехала сюда, врач ко мне подошел, заведующий, и говорит: смотри, или мы делаем сейчас тебе операцию, или у тебя будет гангрена. Я говорю: делайте все, что нужно, на ваше усмотрение. И меня сразу в операционную. Главное в этой истории то, что врачи сработали очень оперативно. Отчет шел буквально на минуты. Если бы пациентку доставили чуть позже, руку пришлось бы ампутировать. Признана операция тромбэктомия из артерии верхней левой конечности с положительной динамикой. Операция признана вовремя, в срок, по показаниям. Хорошая положительная динамика на консервативной терапии. Пульсация артерии удовлетворительная. Таким образом, женщине удалось спасти руку. Сейчас здоровью пациентки уже ничего не угрожает. Отступил и ковид. После нескольких дней восстановления Татьяна Александровна отправится домой. Денис Александрович Нерошников, замечательный заведующий отделения, очень порядочный мужчина. И вообще, я благодарна ему. Всем, кто еще может. И санитарки, и нянечки. Все-все-все девочки очень хорошие. Спасибо вам. Максим Козлов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.